Друзья, всем привет! Сегодня 7 июля, и я приехал проверять ловушку. Я уже, если честно, не надеялся, что что-то поймаю. Я приехал ее просто забирать. Огромная липа, которая растет вместе с грушей, просто переплетаются такие массивные ветки, приятно по ней лазить. И вот сейчас покажу, потому что собрался собирать ловушку, только начал проволоку откручивать, загудели. Смотрю на литок, а там сидят пчелы. Вот поднялся повыше, и сейчас покажу. Хороший райок, поэтому потемнеет, приеду сегодня его забирать.